В октябре этого года на родине Михаила Калашникова в селе Гурья планируют осветить храм знамения. Сейчас там ведется реконструкция. Возможно, богослужение проведет патриарх Кирилл, если примет приглашение на участие в торжествах по случаю столетия нашего земляка. Об этом сегодня шла речь на заседании рабочей группы по организации торжеств. Такое очень торжественное мероприятие, и, наверное, вот кто занимается информационной поддержкой, вот видео, нужно быть готовым, чтобы хороший сюжет сделать по освещению храма. Это очень красивые картинки обычно. Вот. Ну и также наверняка будут материалы какие-то упреждающие юбилеи, там документальный фильм о Калашникове. Наверное, можно отдельный фильм сделать и о возрождении храма. На совещании отметили, что реставрация столетнего храма закончится уже в сентябре. Правда, до сих пор не готов главный колокол. Средства на него собирают с помощью народных пожертвований, и процесс длится медленно. Все еще не хватает около 600 тысяч рублей. Оргкомитет поставил этот вопрос на особый контроль, чтобы успеть найти деньги. Руководство Куринского района, которое также приняло участие в совещании, правда, по видеосвязи, заверило, что к юбилейным дням приведут в порядок и само село. Обещают реконструировать улицу Калашникова, провести там уличное освещение. Кстати, всего в рамках празднования столетия оружейников в крае пройдет более 50 мероприятий. К примеру, 23 октября в Краеведческом музее Барнаула откроется выставка «Калашников. Человек мира». Ее изюминкой должен стать личный автомобиль Калашникова – отечественная «Лада».